голова работает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два. Помню в детстве к нам на урок математики в первом классе пришла тренер по художественной гимнастике, подозвала всех девочек и сказала: «Встаньте, девочки, я проверю вашу растяжку и гибкость». Все девочки вышли, в итоге все пошли на гимнастику, я также. Она пригласила нас к себе в спортивную школу, которая была при нашей школе. Мы начали тренироваться, было девочек человек 30, наверное, не только с нашего класса. Спустя месяц я осталась одна. Все девочки бросили, я продолжила заниматься. Продолжила, потому что уже не смогла, наверное, без этого. Я втянулась. Это такая огромная школа, и школа не только в плане спорта, да, в плане воспитания характера, воспитания моего духа, моего внутреннего стержня, да. Имею звание мастера спорта международного класса по художественной гимнастике. Очень горжусь этим. Когда я начала танцевать и вообще, да, когда поменялась немножко моя жизнь, в моей жизни изменилась и моя личная жизнь. Я встретила человека, с которым дальше моя судьба связалась. Благодаря моему любимому человеку я выросла. Мы создаем свое окружение. И в своей школе я тоже хочу именно создать очень уютный уголок, где люди могут общаться между собой, обмениваться опытом, да, не просто прийти, позаниматься и уйти. Это моя душа, мое детище, то, чем я живу. Нужно максимально выкладываться на занятиях. Я каждое занятие стараюсь выстраивать так, чтобы было что-то новое, что-то полезное, чтобы было людям интересно. Все, что я вкладываю в это дело, это не зря. Жизнь бежит, она летит, и каждый день это день на вес золота. Находите людей, которые выше и лучше вас, которые добились лучших результатов. Ты начнешь развиваться, и ты будешь лучше.